Редакция «Телеэкспресс» представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Время капремонтов. В этом году глобальные перемены ждут 17 жилых домов Ноябрьска. Долгожданное преображение. Ко дню города территорию Ноябрьского ЗАГСа благоустроит. И день практиканта. Студенты нефтегазовых вузов постигали азы бизнеса посредством деловой игры. Дмитрий Медведев призвал региональные власти активнее работать над программами по переселению граждан из аварийного жилья, средства на которые федеральный центр выделяет через фонд содействия реформированию ЖКХ. Напомню, фонд ЖКХ уже 5-й год реализует в российских регионах программу капремонта многоквартирных домов и программу расселения аварийного жилья. А с 2013 года еще и занимается модернизацией коммунальной инфраструктуры. В июле федеральные власти продлили работу фонда ЖКХ до конца 2017 года и приняли решение о выделении ему дополнительно 20 миллиардов рублей. Однако деньги из фонда выделяются только при выполнении регионами ряда условий. Так, региональные власти должны установить четкие сроки переселения граждан, а также предоставить предложения об источниках софинансирования адресных региональных программ из своих бюджетов, включая внебюджетные источники, подчеркнул Медведев. Одна из немаловажных задач – расселение граждан из аварийного жилья. Это зона совместной ответственности федерального центра и регионов. Со своей стороны, правительство в 2016-17 годах планирует ежегодно выделять из бюджета по 10 миллиардов рублей в фонд содействия реформированию ЖКХ. Регионы, которые рассчитывают на помощь фонда, обязаны установить четкие сроки переселения граждан по каждому аварийному дому. Это обязательное условие для получения средств из фонда, заявил премьер-министр. К слову, фонд содействия реформированию ЖКХ выделяет средства и на капитальные ремонты в многоквартирных жилых домах. В этом году Ноябрьск стал единственным городом региона, который по адресной программе капремонтов получит дотации из федерального бюджета. На эти деньги будут отремонтированы 7 многоэтажек, еще 10 по окружной программе софинансирования. Подробности в следующем материале выпуска. Улица Ленина – место самой глобальной перестройки. 4 из 17 запланированных в общей сложности домов будут отремонтированы именно здесь. Капитального ремонта строения за номерами 4, 8 и 16 не видели вообще никогда. Это, можно сказать, советское прошлое и настоящее. А вот будущее этим общежитиям прочат иное – современное. Причем, что именно изменить, решают сами собственники. Мы проводили опрос на собрании и утверждался перечень работ, самых необходимых, которые нужно в первую очередь выполнить. Определили, что требуется ремонт крыши, канализации, сетей у нас, водоснабжения. Практически те же виды работ проведут, к примеру, на Дзержинского 25, 13 и 31. Правда, в первом из перечисленных домов собственникам за сие удовольствие придется платить меньше. Он, как и дома на Ленина, включен в окружную программу софинансирования. 13 и 31 дома ждет ремонт на деньги фонда содействия реформированию ЖКХ. Разные программы, разные затраты. В первом случае доля собственников может составить от 5 до 10%, во втором не менее 15%. И это обязательное условие для участия в адресной программе капремонтов фонда. В денежном эквиваленте на одного собственника по окружной программе ляжет сумма примерно в 12 тысяч рублей, по федеральной – порядка 35 тысяч. С каждым собственником заключается договор об оплате вот доли за капитальный ремонт. И в этом договоре может быть предусмотрена рассрочка платежа, то есть в квартплату ежемесячно будет включена определенная сумма за капитальный ремонт. 101 миллион рублей – такова общая стоимость ноябрьской программы капитального ремонта по программе фонда содействия реформированию ЖКХ. Чуть более 20% из них – 23 миллиона – средства федеральные. Доля регионального бюджета – более 63 миллионов. По окружной программе дотации – свыше 104 миллионов. Причем изначально эта цифра была более чем в два раза выше. Первоначально было выделено округом нам 200 миллионов. Но потом произошли изменения, и нам урезали сумму до 92 миллионов окружного софинансирования. Пришлось переделывать, пересматривать критерии отбора. Было заседание комиссии, пересмотрены список домов и отобраны те дома, которых ремонт в первую очередь необходим. В общей сложности в программах капремонтов принимают участие почти 2000 жителей города. Согласно графику, в начале августа строители должны приступить к работам. Усилиями региона и муниципалитета, федерального фонда и просто жителей Ноябрьска отремонтированы будут более 35 тысяч квадратных метров жилья. Татьяна Заозерная, Кирилл Мигель, Анатолий Брисич. Новости нашего города.
Собираемость по платежам за коммунальные услуги в летние месяцы несколько снижается, а вот перед Новым годом этот показатель, напротив, увеличивается. Об этом говорит статистика Единого расчетно-кассового центра. В конце лета и в начале осени, то есть в августе и в сентябре, этот показатель стабильный. К примеру, в августе 2012-го за коммунальные услуги жителям города было начислено 43 миллиона рублей, а оплачено было в итоге чуть больше 41 миллиона, что составляет 95,6%. В сентябре разница между начислением и фактической оплатой тоже невелика. В октябре же платежи способность жителей города снизилась. Из 54 миллионов оплачено было только 48. А вот декабрь по праву считается самым показательным по собираемости долгов за коммуналку. Начислено 59 миллионов, оплачено 66. Январь и февраль – месяцы провальные, а затем к марту и апрелю показатели собираемости вновь увеличиваются. Стабильными они остаются вплоть до начала отпускного периода. Надо отметить, что за счет денег, которые люди платят за коммунальные услуги, проводятся в том числе и мероприятия по подготовке жилфонда к зиме. Помимо плановых ремонтов теплосетей и промывки внутридомовых коммуникаций, сейчас в городе активно ведутся работы по заделке межпанельных швов. С начала этого года отделом Государственной жилищной инспекции в адрес управляющих компаний Ноябрьска было направлено порядка 1000 предписаний, согласно которым управляющие компании обязали провести данный вид работ. Стоит отметить, что замечания надзорных органов связаны как с письменными жалобами граждан, так и с выявленными в ходе плановых проверок жилфонда недостатками. Ко дню города территория у ЗАГСа преобразится. Там уже появились несколько огороженных участков земли. Это будущие клумбы, а сейчас строители кладут тротуарную плитку. Работы по благоустройству территории у Ноябрьского дворца бракосочетаний начались в середине июня и закончиться должны к началу сентября. Уже две пятницы и две субботы новоиспеченным невестам и женихам приходится заходить на церемонию не через главный вход. Однако, как уверяют в ЗАГСе, никого из молодоженов этот факт ничуть не смутил. Все понимают, ремонт лишь временное неудобство. Благоустройство территории, конечно, это назрело давно, потому что действительно отдел ЗАГС – это лицо города, я считаю, и у нас один отдел ЗАГС, и поэтому молодые, молодожены, любой акт гражданского состояния проходит только в нашем отделе ЗАГС. Действительно, хочется красоты, действительно, чтобы это запомнилось на всю жизнь. Здесь будут клумбы, здесь будут скамеечки, здесь будет подсветочка. Здесь будут стоять фонари. Все будет асфальтировано и планируется поставить шлагбаумы. Значит, территория будет асфальтирована, расширяться. И любые, кто хочет подсвечиваться, будет и сама скульптура вечером. То есть будет довольно-таки красиво. Среднюю зарплату хотят довести до 30 тысяч рублей. Сегодня большинство россиян зарабатывают от 16 до 29 тысяч. Однако средняя зарплата по стране, напомню, она высчитывается как средняя арифметическая всех оплат труда, от самых низких до самых высоких, почти на треть больше, порядка 28 тысяч рублей. Разработать механизмы, которые позволят уравнять показатели зарплат хотя бы до уровня средней, должна рабочая группа, которая будет создана при Минтруде по поручению вице-премьера Ольги Голодец. Кто войдет в ее состав, пока неизвестно. В «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегазе прошел День практиканта, и главным его событием стала бизнес-игра «Твой выбор», в которой приняли участие студенты из Ноябрьска и Муравленко, пришедшие на практику к нефтяникам. Они создавали компании, зарабатывали деньги и внедряли новинки в производство. Вместе со студентами азы бизнеса постигала и наша съемочная группа. Прежде чем приступить к игре с бизнес-симуляцией, участников познакомили с компанией «Газпромнефть», ее дочками и филиалами, а также отметили, что молодые специалисты всегда были авторами порой революционных решений. Очень много идей каждый год выдвигается, очень много идей у нас внедряется, работа идет, и люди, которые выдвигают идеи, они видят на практике, как она внедряется и какой получается эффект. После все студенты разбиваются на 4 конкурирующие компании. В каждой по 5 отделов. Совет директоров, конструкторское бюро, финансово-закупочный, координационный и рабочие отделы. Стартовые условия для всех равны, а главная задача – запустить производство и обеспечить доставку груза по железной дороге для заказчика. Как это сделать, никто не знает. Студенты сами должны наладить бизнес-процесс так, как считают нужным. В результате, говорят бизнес-тренеры, порой рождаются очень креативные решения. Прежде всего, это студенты. Студенты, которые не имеют шор. Это люди, которые еще открыты для мира. Да, их не загрузили какими-то стандартами и какими-то проблемными ситуациями. Да. И я сегодня ожидаю, что это будет невероятно динамичная игра, и что они покажут действительно уникальные результаты, потому что они свободны.
Первые два этапа не столь зрелищные, но очень важны. Нужно наладить взаимодействие между отделами, затем подобрать максимальное соотношение цены и качества для клиента, построить железную дорогу, сформировать груз. При этом все распоряжения и указания только в письменном виде. Ну и самое главное, на всем этом необходимо заработать как можно больше денег, в роли которых выступают игрушечные таллеры. Чья компания окажется успешней, та и победит. Такова цель бизнес-симуляции. Она помогает более обширно и глобально смотреть на вещи, более на мелкие детали, которые когда-то не замечали. Это нужно, это всегда нужно, особенно для таких молодых, как мы. Сколько ваша компания заработала денег за эту игру? За второй раунд мы заработали 7750 таллеров. Это хороший результат? Это хороший результат, да. Ближе к вечеру наступает время подводить итоги. Состав сформирован, нужно довести груз в целости и сохранности. И тут дилемма. Нужно попробовать сделать это очень быстро и за оперативность заработать еще больше средств. Однако здесь есть и риск. А можно ехать тихо, но зато надежно. Тем, кто проигрывает, приходится идти ва-банк. Увы, это иногда приводит к плачевным результатам. И надо выплачивать неустойку. Все как в реальной жизни. Остальным удается доставить груз по назначению и сорвать аплодисменты. Победа дается нелегко. Незнакомые люди были все. И как бы в короткое время нужно было как бы спланироваться, сдружиться, все. И чтобы все было как бы по плану, как бы у нас все было нормально. Как оцениваете свои шансы на успех? У нас 100%, мы победили, наверное. Ясно. Ваш паровозик хорошо проехал? Да, не упал, все нормально. Мы даже с риском, с какой-то долей риска запускали, но у нас все нормально. Ну, видимо, в бизнесе риск необходим. В бизнесе тоже, да, риск, конечно, там присутствует, но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Впрочем, абсолютно все участники стали обладателями сертификатов, но даже не это главное. Главное – бесценный опыт, который впоследствии обязательно пригодится будущим нефтяникам на производстве. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Григорий Куроптев. Новости нашего города. С победой из престижного конкурса вернулся фотокорреспондент газеты «Слово нефтяника» Сергей Кутовой. С 26 по 28 июля в Омске проходил межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь. Территория надежд». Проводился он уже в 12-й раз, и по традиции в нем принимали участие журналисты и другие работники СМИ, поднимающие в своих материалах темы развития Сибири. Подробности в следующем материале. В этот раз в Омск съехались около 150 представителей средств массовой информации со всего Сибирского федерального округа. Сергей Кутовой на конкурс отправлял несколько репортажей, но победу в номинации «Фотография. Сибирский репортаж» ему присудили за снимки с празднования Дня оленевода. Сочетание приятного с полезным и праздник. Я там побывал на Дне оленевода и в том числе и подготовил такой вот репортажик, который занял... Для меня удивительно, но первое место, да. Это не постановка, это динамика, это надо находиться в нужном месте, в нужный час, в нужную минуту, там, где это все совершается, там, где это все происходит. Без репортажа, ее живости, так сказать, репортажные съемки, да, в принципе, я не получилось бы ничего. На память о признании таланта Сергея Кутового диплом и нагрудный знак «Золотое перо». Кстати, впечатления от самого конкурса только положительные. Общение с коллегами, прогулки по Омску. Особенно запомнилась экскурсия в Большеречье. Там представители СМИ посетили историко-культурный комплекс «Старина Сибирская». Фоторепортаж из самого конкурса и из Большеречья. Уже завтра можно будет посмотреть на нашем сайте ноябрьск.рф. Культурно-историческое место – это церкви, деревянное зодчество. Это в каждый дом мы заходили, это было представление особое, там, где женщины в этом деревенском таком одеянии, в таком деревенском говоре все это рассказывали, показывали. Вот. Все были в восторге, и это была незабываемая такая встреча. Ольга Попова, Григорий Куроптев, новости нашего города. И последнее. Сегодня во всем мире отмечается один из самых молодых праздников – День дружбы. Решение о его проведении в 2011 году приняла Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Особо подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. Но ничто не мешает отметить этот день каждому из нас, поздравив своих друзей и признавшись им, что без них было бы сложно, скучно и грустно. Ведь, как сказал Цицерон, в мире нет ничего лучше и приятнее дружбы. Исключить из жизни дружбу – все равно, что лишить мир солнечного света. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Смотрите новости нашего города по будням в это же время. Я с вами прощаюсь. До свидания.
есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. Июля в Сальхарде облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, температура 17 градусов тепла. В Муравленко пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 6 метров в секунду. Температура плюс 18 градусов. В Ноябрьске облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура 19 градусов выше 0.